Привет всем! Сегодня мы будем готовить рыбу. Рыбу, меч. И готовить ее будет мой муж. Вот он. Чао! Так, вот она, приготовленная рыба. Quince olio, aglio e rosmarino, sale e pepe. Здесь уже приготовлены. Здесь, а значит, оливковое масло, чеснок, розмарин, соль и перец. Для приготовления всего понадобится 10 минут. Так, это он укладывает разогретую сковороду. И 10 минут. Через 10 минут рыба готова. Все очень быстро. Все очень быстро готовится. Так, а здесь, пока рыба готовится, мы будем готовить еще и авокадо. Проверили, посмотрели, авокадо достаточно мягкое. Ну и покажем, как мы его едим. Как выпало содержание. Каким образом? Вот он мягкий. Ну, разрезала она достаточно неровно. Ну что ж, ладно. Немножко соли. Чуть-чуть соли. Добавлять немножко перца. И чуть-чуть оливковое масло. Все очень просто. И ложечкой, маленькой ложечкой можно есть. Но сейчас мы это есть не будем. Мы показали один из вариантов. Какие знаете вы? Как вы это делаете? Расскажите. Делитесь. Пишите комментарии. А пока посмотрим, как готовится рыба. Я приготовила лимон. Когда рыба будет готова, достаточно будет выжать сок лимона на рыбу. Она будет еще вкуснее. Посмотрим. Перца. Чуть-чуть соли. Всего 10 минут. И готово. Прошло 4 минуты. Чуть-чуть 4 минуты.